Из Санкт-Петербурга Ксения Столбова, Федор Климов. В качестве одного из хобби у него обозначены американские сериалы. Не иначе, как торренты качаем. А где же еще-то? Можно американских сериалов-то в Санкт-Петербурге-то. Нина Рота, композитор в их произвольной программе. Thank you.
Ксения Столбова и Федор Климов. Бронзовые призеры чемпионата мира среди юниоров окажутся уже такими взрослыми. Она 92-го года рождения, в феврале в следующем ей исполнится уже 19. Ему 20 исполнилось в сентябре. Артистичные, с классическим катанием. Чуть-чуть не получилось. Но могли бы все сделать, это факт. Федя! Молодцы! Тот самый выброс, про который сейчас говорит Людмила Георгиевна, на которой не разогнались. Да, каскадик из трех прыжочков получился довольно-таки ладным. Практически синхронным. Это еще один выброс сальхов. Вообще отличное начало у них в программе. Артистично, так технично все сработано. Дальше было немножко проблемнее, потому что подкрутка двойная, хоть и очень мягенькая, но такая не слишком параллельная льду пока. Выброс этот вот был падение. Потом немного потеряли синхронность во вращении. Поддержка была в очень хорошей позиции, с хорошей шеей у партнерши. Очень душевно они катались. Отличные заходы и выходы демонстрировали и с поддержкой.